Благовещенск, утро. Только что закончилась тренировка парада, которую руководил начальник дальневосточного ВОКУ, генерал-майор Шарагов. И его критические оценки я докладывать не буду. То, что он захочет сказать, озвучить, он сделает сам. Ну а я сегодня утром поработал специально для нашего канала ДВОКУ, поэтому будьте в курсе, смотрите, как все это проходит. Радуйтесь за наше дальневосточное ВОКУ. В Благовещенске сегодня солнечно, температура 4 градуса, что-то как-то весна не приходит. Но надеемся, скоро все-таки все будет так, как должно быть. Хотя май у нас жарким никогда не был. У мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом промах. Это праздник сединою на висках. День победы, день победы, день победы.